Как подготовлена техника к зиме? Сегодня на проверку выехал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. На площадке вблизи баскетбольного центра представили около 30 единиц коммунальной техники. Наряду с современной, машинной, также выставили и ручные инструменты. Арсенал большой, Химки подготовлены к зимнему периоду. На линии будет более 150 единиц. Суммарно в городском округе в этом году более 1000 человек будет убирать город и утилизировать, вывозить наш снег. Участие в смотре приняли порядка 10 организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, газовики, водоканал, дорожники. Современное оснащение транспорта продемонстрировали сотрудники Химкинского водоканала. В арсенале службы машины, способные проводить работы по расчистке ливневой канализации в самых труднодоступных участках сети, где не справлялась обычная техника.